А вот я включил. Итак, давайте сначала как бы несколько уровней. Я прошу прощения, если будет немножко сумбурно, но тем не менее, чтобы вы понимали, как бы, какая у нас ситуация. Ситуация довольно странная. Ну, то есть она всегда странная в Израиле, а сейчас как бы еще больше. Вот мне было интересно сегодня, я слушал обзор, как бы что за рубежом говорят про Израиль. Ну и как бы западный мир вообще просто совершенно не понимает, что происходит в Израиле. Потому что с их точки зрения Израиль как бы полный победитель. То есть практически, я не знаю, существуют ли еще какие-то страны, да, которые, слава богу, так успешно справились с короной. Вот, у нас все открывается. В прошлый Песах все сидели закрытые, там, минимально в своей семье. Сегодня сняты практически все ограничения, только немного осталось в аэропорте. Вот, приезжающие, отъезжающие, полный кайф, все открыто, все. То есть, ну, казалось бы, самая главная победа. И на фоне этой самой главной победы выглядит как совершеннейший балаган, что страна 4 раза за последние 2 года идет на выборы и не может сформировать свое правительство. Значит, при этом надо понимать, да, какая ситуация. Ситуация такая, во-первых, самая общая, для тех, кто не знает. В Израиле голосуют за партии. То есть была когда-то система, когда голосовали, было два пэтака этих избирательных, как они называются, то, что бросают в урну избирательную, бюллетеня. Раньше было два, когда-то было два бюллетеня, один за премьер-министра, а второй за партию. Сейчас только за партии. Окей? Значит, дальше техника достаточно простая. Все, кто имеет право голосовать, голосуют, да, считают все голоса, умножают их на, я не помню точно, но очень близко, 3, по-моему, 3.25%, это проходной балл, да, умножают на 3.25, ну и как бы получают, сколько получается мандатов. И вот из этого строятся те 120 мандатов, да, которые проходят. Потом же даже пересчитывают на каждую партию, каждая партия сколько получила. А дальше идея такая. Через какое-то время, я не помню точно, но, в общем, что-то типа месяца, по-моему. Я могу ошибаться, вот это я что-то подзабыл. По-моему, в районе, по-моему, чуть ли даже не месяц. Может быть, меньше, может быть, 2 недели, может быть, 3 недели. Все партии, они рекомендуют президенту того, кого они считают, что у него самый лучший шанс сформировать правительство. Шанс сформировать правительство – это сколотить блок из партий, потому что ни одна партия не набирает 61 голос, сколотить блок, в котором будет не меньше 61. Окей? Значит, еще одна скобка. Может быть такая ситуация, когда называется технический блок. Это что означает? Это означает, что реально, например, есть коалиция, которая, предположим, из 59, то есть не добирает 61, но есть кто-то, кто не в правительстве, кто их поддерживает, называется Мибахут со стороны, и тогда он добирает 61. Тогда президент, он, услышав всех, значит, сам оценив ситуацию, при этом подразумевается, что он сам политически нейтральный, он дает... Что-то такое у меня... Гриша, ты хочешь это демонстрировать? Нет? Что-то у меня... А, да, это перезаряжается экран, просто это новостной сайт. Все нормально, все нормально. Окей. И он дает тому, кто он считает у него самые лучшие шансы, и он должен сформировать правительство. Опять, он это должен делать в течение какого-то времени. Не помню точно. По-моему, что-то опять 2-3 недели, что-то типа этого. Не получается. Возвращает мандат, который он получил президенту. Да, у нас это Руби Ривлин. И он дает снова. Ну вот, например, в прошлый раз это было, по-моему, чуть ли не пару раз. В конце концов, Биби смог, значит, сделать. Окей? Вот это как бы такой общий расклад. Теперь давайте посмотрим... Что у меня еще в голове крутилось. Теперь давайте посмотрим по партиям. Да? Вот здесь, вот в этот граф, который стоит, это партии по уменьшению количества мандатов, которые они получили. Да? По убывающей. Значит, я скажу, какая партия что. Вот. И здесь практически, вот здесь мы остановимся для того, чтобы... Ну, я скажу 2 слова... предыстории, что такое эти партии, да, какие у них изменения и что было особенного на этих выборах. Да. Ну вот первая партия Ликуд. Вот она здесь написана, партия Ликуд. Мы можем, кстати, смотреть,
Вот сюда тоже. Да, может быть, сначала, простите, я прыгну. Вот здесь вот такая штука. Это техническая, но, может быть, для нас это важно. Это вот на сегодняшний момент это главные четыре действующих лица. Значит, надо еще сказать, что окончательно подсчет не произошел. Это, по-моему, сегодня вечером... А, не, завтра в Йом-Шиши сказали... по-моему, что-то типа в Йом-Шиши или, по-моему, в Йом-Шиши. В общем, завтра-послезавтра избирательная комиссия скажет окончательно, когда подсчитают, называются двойные конверты. Это те, которые не могли прийти на избирательные участки. Там некоторые есть специальная штука. Сверки, то все пятое-десятое. Вот. И будут окончательные результаты. Еще может поменяться. Значит, поскольку здесь сейчас опять вся игра на уровне одного мандата, да, то опять, все, опять может поменяться. Поэтому все, на самом деле, все, что мы сейчас говорим, это больше имеет отношение к не к тому, что человек, прослушав как бы вот нашу беседу, он скажет, ну что этот парень тут лапшу на уши вешает, вот, может быть, он будет бодиават, как бы опосля слушать. Да, это все ерунда была. На самом деле оказалось, что у Биби в его блоке все-таки не 59, а 61. Ну и тогда все кончилось. Тогда как бы очень много интересного из того, что я сейчас буду говорить, да, как мне кажется, будет нерелевантно. Но, тем не менее, для как бы общей картины это остается правильным. На сегодняшний день, вот видите, здесь тоже написано на 10.49. На 10.49 вот написано «Халукал и Гушим». Такое распределение блоков, да. Значит, во-первых, у нас есть два блока, да, два блока. Один блок, который Бениамин Нетаньяху, или в народе называют Биби, да, а второй Яир Лапид. Очень интересная ситуация. Вот сейчас вот начинаются некоторые, как бы, ну, не пикантерия, а вот то, что мне представляется интересным. Я постарался очень много, практически не выключая, слушать все время комментаторов, то есть вообще с 10 часов вечера я пошел спать, где-то было 3:30, вот, и сегодня тоже в течение дня все время слушаю. Мне как бы это очень интересно. Значит, смотрите, один нюанс, первый. Нюанс такой, с одной стороны, как я сказал, выборы партийные, да, то есть выбирают партии, но с другой стороны... По факту, не по факту прохождения, а по общему настрою, они превратились в персональные выборы. Почему? Потому что у многих партий, у них... Кто-то что-то говорит, нет? Это не у нас? А, вот, Евгения, сейчас, секунду, я выключу у Евгения, чтобы нам не мешало. Окей, с другой стороны, да, то есть я сказал, с одной стороны голосуют по партиям, с другой стороны уже четвертые выборы, когда в центре избирательных как бы платформ или в центре главных программ, или в центре главного вопроса стоит вопрос Биби либо не Биби. Это очень интересно. То есть в каком-то смысле они получаются выборы личные. Несмотря на то, что голосуют за партии, по существу, у многих партий или у большинства партий самый главный аргумент – это с Биби и против Биби. Значит, надо посмотреть предысторию вопроса, почему так происходит. Значит, мы, да, ну и да, хорошо, давай эту картинку посмотрим. Вот есть блок, который Биби. Сейчас мы посмотрим, из чего состоит этот блок. У него 50, если посчитать все партии, которые туда входят, у него 52 партии. Да? Он состоит мандаты. Из... Что ты говоришь? У него 52 мандата. Слегка, 52 мандата. Да? Туда входит, понятное дело, входит Ликуд, туда входят харидимные партии, туда входят религиозные сионисты. Да? Да. И они набирают 52 голоса. Значит, религиозные сионисты там, ну, они на самом деле две партии, но они объединились как одна. И Харидим, да, ультраортодокс, то, что называют по-русски, их там тоже несколько партий, да, и ШАС еще. ШАС тоже Харидим, но они как бы сефардские Харидим. Вот они все вместе дают 52. Окей? Теперь дальше. Блок, который у Лапида, да, он состоит из нескольких партий. Это, скажем так, от центра влево, да, он набирает 50. Значит, на сегодняшний момент существует консенсус, такой негласный, которого придерживаются и правые, и левые, о том, чтобы не брать в коалицию арабские партии.
Значит, в этом расизма нету. А какая идея? Идея заключается в том, что этот консенсус, насколько я понимаю, кроме как бы идеологии, он связан с конкретными вещами. Например, как вы знаете, к сожалению, в Израиле часто происходят конфликты военные. Например, самое простое – Газа. Да? Вот. Предположим, обсуждается вопрос в правительстве о том, что начинать ответную военную акцию против Газы. Что это невозможно делать, когда в правительстве находятся люди, которые как бы изначально враждебные, просто могут сливать информацию, как бы сотрудничать с врагом и так дальше. Поэтому ни левые, ни правые до сих пор такого не было, чтобы брали партии. Я говорю до сих пор, потому что в этот раз, первый раз это может измениться. Но при этом надо понимать, да, что в самих партиях, да, есть арабы. В основном, конечно, в левых. Но арабы как отдельные, да, есть. Значит, теперь дальше. Смотрите, очень интересно. Кто называется Лашон Мознаем? Кто не на чаше весов? Ну, как это по-русски? Есть такая штука, да? Вы знаете, есть Мознаем. Мознаем – это весы, правильно? Вот. Есть чашечки весов. А вот, видите, называется Лашон Мознаем. То есть такой вот язычок, да, который, если его чуть-чуть в ту или в другую сторону, то чашечки будут как бы туда. Ну, вот я не знаю, по-русски я что-то не могу вспомнить, как такая штука называется. Вот, Лашон Мознаем – это тот, от которого зависит, в какую сторону будет сдвинуто, да? Так вот, кто у нас на Лашон Мознаем? Как ни странно, это совсем не те, которые набрали как бы по иерархии больше. Совсем нет. Мы сейчас увидим, что есть партии, которые набрали больше, чем вот здесь написано, да, 6, 5, 7. Есть больше. Но они уже входят в эти блоки. Поэтому, как это обычно бывает в Израиле, такая странная ситуация, когда зачастую или практически всегда все зависит от тех, кто бы Лашон Мознаем. Те, кто может сдвинуть либо в одну, либо в другую сторону, набрав до 61, соответственно, присоединившись к одному блоку или к другому. Да? Вот у нас таких три. Да? Значит, первый не очень релевантно. А это будет сейчас особый разговор, ну, как бы, что с ними произошло, называется Мишутефет. Мишутефет – это объединенный арабский список. Значит, тут, поскольку я дошел до этого места, то я обязательно скажу, одно из вещей, один из параметров, который свидетельствует о том, что произошло просто тектоническая сдвижка в политической структуре в Израиле, она заключается в том, что арабы, которые добились большого успеха в том, что на последних выборах, я уже даже не помню, сколько это, но уже буквально несколько выборов, не вот эти последние четыре, а может быть даже раньше, все арабские партии, они все идут одним списком, называется объединенным. И они в хорошую пору получали 15 мандатов, что вообще очень много. Да, потому что если, например, вот вы смотрите Лапид, да, то есть вот Ликуд получил в этом блоке ликудовского 30 мандатов, а 22 – это остальных. Вот из этих 50 у Лапида 18, у арабов было 15. Значит, эти 15 мандатов представляют, так грубо говоря, 1/5 населения Израиля. То есть около 20% населения Израиля – это арабы. Значит, и дальше, что произошло? Гениальный Биби, говорю это без кавычек, значит, в скобках про Биби. Мне очень понравилась такая фраза, которая была сказана. Мне кажется, она правильно отражает действительность, несмотря на то, что она некоторым афоризмом выглядит. А именно, на современной политической арене есть разные главы партий. Их много. Есть разные. Кто-то из них получил больше, кто-то меньше. Но лидер есть один. Это признают как бы все. Этот лидер – Биньямин Нетаньяху. Значит, он обладает такими уникальными качествами, да, которые позволяют ему проводить игру на порядок выше всех остальных. Значит, ведь поскольку мы уже заговорили про Биби, то как бы… ну, хорошо, да, про Биби потом. Главное все-таки не прыгать. Поправляйте меня, если вам будет казаться, что я как бы… прыгаю, и вы теряете нить.
Да? Значит, хорошо. Вот у нас есть Биби, у нас есть анти-Биби, это Лапид. Да? Теперь дальше. Мишутефет, мы сказали, вот здесь вот она, да? Да, что произошло? Слегка возвращаюсь. Гениальный Биби, видимо, предчувствие, что будет большая напряженка с голосами в этот раз, да? Он повел совершенно на 180 градусов обратную политику, чем она была в предыдущих выборах. Известно, что предыдущие выборы Биби победил не в последнюю очередь. Почему? Потому что в последний день выборов вдруг это называется гевальт. Значит, это все говорят, все, включая арабов, насколько я понимаю, это с идиша. Гевальт — это означает катастрофа. Ну, то есть, как бы, что происходит? Гевальт, ужас. Вот, Биби закричал ужас. В чем он закричал ужас? Он говорит, арабы воруют у нас как бы власть, страну. Почему? Потому что вот Рашима Мишутеф, это Объединенный Арабский Список, привозят их в специальных автобусах и как бы пачками, деревнями, чтобы они все голосовали. Ребят, у нас забирают. Почему это важно? Как бы вообще лозунг, этот гевальт делать? Все делают гевальт. Почему? Потому что процент голосования, он небольшой. Например, в прошлых выборах, я приблизительно говорю, ну близко к теме, в прошлых выборах было 70 с чем-то процентов проголосовало, считалось много. Значит, на этих выборах уже было 60 с чем-то. Народ устает. Значит, если будут следующие, будет еще меньше. Да? Вот. Поэтому, когда какая-то часть, значит, пытается, привозят этими самыми автобусами и все прочими, то это на кого? Прежде всего, вытянуть из кровати, из салона те, которые не хотели голосовать. Значит, в Биби сделал такой акцию гевальт, и говорят, что это его спасло. Опять дальше. В этот раз он поступил на 180 градусов. Что он сделал? Он стал выбивать, он забил клин в объединенный список. И он выбил оттуда одну арабскую партию. Вот это вот самая знаменитая фигура на сегодняшний день. Его называют, забыл, Махмуд Аббас его называют. Сейчас, секундочку, как его называют. Мансур Аббас. Слегка. Его называют Мансур Аббас. Вот этот Мансур Аббас — это главный герой сегодняшнего дня. Значит, он получил, да, у него партия РАМ, он получил 5 мандатов. Значит, вот до утра было ощущение, что Биби делает 61 с Беннетом. И вот этот вот Аббас, ну это как бы пикантерия такая выборов, он по прогнозам не проходил. Эти все остальные в Мишутефет, да, Мишутефет, в объединенном списке, они дико радовались, что все, этот, значит, пошел на сговор с евреями, предал, значит, арабское дело и, естественно, провалится. Аббас каким-то странным образом, он знал, что произойдет. Они говорят, что они, у них были свои списки, они считали, они знали, что происходит на каждом участке, где есть арабы. Они начали праздновать уже ночью. Все были дико удивлены, считали, что это очередная арабская залипуха, они празднуют победу, когда полное поражение. Утром проснулись, оказалось, что Аббас прошел. Это поменяло все. Почему? Потому что своими 5 мандатами он забрал по нескольку, в том числе и от Биби, и он стал вот этот лашон мы знаем, он стал тем, от которого сейчас практически все зависит. И дальше. Поскольку можно? Мы сейчас говорим... Да, вопрос? Не, я говорю, джокером можно назвать. Джокером, да, правильно. Значит, поскольку мы сейчас говорим про арабов, давайте остановимся, да, и поговорим. Потому что сейчас это очень горячая повестка дня. Я постараюсь как бы округлить в несколько фраз, таких, скажем, емких, как мне представляется ситуация. Смотрите, вообще, даже вне арабов, вот у меня такое ощущение, не только у меня, что на сегодняшний день... как бы ситуация очень сильно изменилась. Изменились некоторые основополагающие параметры. Я их выставляю как бы в своем приоритетном списке. Первый параметр – заслуга Биби прежде всего, а за ним всего правого лагеря. За 16 лет нахождения Биби у власти, у правых у власти, они перевели к тому, что соглашения, Ословские соглашения не просто умерли, они сняты с общественной повестки дня. На мой взгляд, это самое главное достижение правых.
Значит, Бибии с правой стороны обвиняют, что он не распространил суверенитет, когда был Трамп, что он не строил столько можно было строить, что он не выгнал вот рядом с нами бедуинская деревня, про которую даже высший суд справедливости сказал, что это незаконно, да, вот, не смог противостоять тому, что нескольких маленьких поселений ликвидировали, потому что Верховный суд как бы постановил, что они находятся на незаконных, на негосударственных землях. Да? Но это все с одной стороны. С другой стороны, самое главное, что он сделал, ну, скажем так, три большие вещи. В исторической перспективе убил Осло, снято с повестки дня. На сегодняшний день вот эта вот идея о том, что два народа, две страны, это находится только у Мерца, ну и у арабов. Реально на повестке дня этого нету. Еще более нет на повестке дня никаких изгнаний. Это просто не обсуждается. Насколько я понимаю, ни в одной как бы платформе этого просто нету. Окей? Это первое. А что такое изгнание? Изгнание очень просто, как было в Гушкатифе. Когда, для двух соображений. Просто, а первое как бы соображение безопасности – якобы. Нет, изгнание кого? Я просто не знаю. Изгнание кого? Наверное, изоляционизм. Чего? Нет, причем ты... Изоляционизм, то есть отделение... Это... Ну, не, это, грубо говоря, это изгнание евреев, это выкорчевывание поселений. Обычно... Все, понятно. Самое большое то, что было на наших глазах, это вот все, что произошло с Гушкатифом, когда Шарон изгнал 8 тысяч евреев, да? По разным причинам, как бы объяснял это по-разному, но две большие. С одной стороны, безопасность их, те, кто там живет, невозможно как бы охранять, и мы улучшим, если мы как бы будем все в одной кучке, они как бы разбросаны. И второе, что это даст нам дополнительные шансы для проведения так называемых мирных договоров. Так вот, первое, это Осло снято с повестки дня. Второе, то, что сделал Биби, теперь уже более близко к нам. Заключив соглашение с четырьмя арабскими странами, да, вот эти Эмираты, еще там какие-то, ну, в общем, это четыре арабские страны, да. Союз Авраама, да? Да, который называется Брит Авраам. Биби опроверг главную идеологическую формулировку левых, на которой, пользуясь которой они проводили изгнание евреев, либо хотели это сделать, да, которая звучала так: мир за земли. Они все время утверждали, что тот, кто не придерживается этой формулировки, он либо сознательно, либо по глупости, он не понимает действительно. Арабы никогда не согласятся ни на какой мирный договор, если мы не вернемся, а дальше начиналась граница 1967 года, либо в лучшем случае удаление какой-то отдаленных поселений, да, оставление только как бы больших блоков. Окей? Биби отверг. Биби как бы аннулировал это и доказал, что возможно заключать мир по другой формулировке, а именно мир за мир. Вы хотите мир, мы вам даем мир. То есть паритетно. Окей? Это второе. И третье, совершенно близкое к нам, параметр. Это то, что сделал Биби. Он победил корону. Вот три вещи. Три его, как бы, с моей стороны. Да, ну и потом, как бы, еще можно сказать, экономика. За 16 лет Биби... Да, Гриш, пожалуйста. Ну, по поводу Брит Авраам, все-таки это не совсем мир за мир, правда? Здесь иранский фактор играет большую роль. Эти арабские страны боятся Ирана больше, чем Израиля. Ну, пожалуйста, что этому... Смотри, когда говорим мир за мир, понятно, что каждая страна получает дополнительное. Саудовская Аравия хотела там или эти получать в Шешестре. Но это все другое. Каждый что-то получает, понимаешь? Мы отказались от суверенитета, они там отказались от претензий на то, чтобы сначала признали палестинское государство. Но самое главное, что формулировка «ничего не отдали». Например, не было сказано, давайте Восточный Иерусалим в качестве столицы палестинского государства, после этого будет это. Нет. Вот это самое главное, да? Ну, это хорошо, когда вместо земли мы предлагаем
мир за, в ответ на мир. То есть мы не отдаем землю, это очень важно. 100%. Поэтому я говорю, что это очень важно, это супер достижение. И третье, ну или там четвертое, это, конечно, экономика. Я вот недавно прочитал такую брошюру с броским названием, как Биньямин Нетаньяху превратил Израиль в империю, имеется в виду экономическое. Наглядное свидетельство мы видим в том, что так как весь мир переживает экономические проблемы, да, в Израиле они тоже есть, но, по-видимому, гораздо слабее, чем это могло быть. То есть выплачиваются деньги, пособия, помогаются этим. Были достаточно денег, чтобы закупать и перекупить у других эти самые вакцины. И это все возможно только почему, да, международный валютный фонд не поднял ставки на предоставление суд, страна может брать суды и все. То есть все признают, да, что это заслуги Биби. Ты понимаешь, возвращаемся к арабам. А что происходит у арабов? Я вам скажу, что происходит у арабов. У арабов, я имею в виду израильских арабов, да, их в течение 20 лет, вот в течение Осло, после Осло, да, вот, практически целое молодое поколение выросло, его воспитали сидеть на двух стульях. То есть им все время говорили, и такой был лозунг: мы прежде всего палестинцы, мы прежде всего с нашими братьями, но по факту мы живем здесь. То есть давайте нам все гражданские права, потому что мы часть населения, мы играем с вами в демократию, но при этом мы палестинцы, мы их поддерживаем. Вплоть до каких-то самых так уродливых вещей, предположим, да, когда Хизбалла бомбит, значит, какая-то часть арабов, с одной стороны, говорят, поставьте нам железный купол, чтобы охранял от ракет, а с другой стороны, они как бы радуются и веселятся, вот арабы, смотрите, они евреям вставляют, да. И вот это как бы происходит. И вот, когда они выходили, например, на демонстрации о том, чтобы даже за улучшение там каких-то социальных условий, всегда палестинские флаги. Окей? И их справедливость все время считали пятой колонной. Теперь дальше, что у них происходит? Значит, происходит очень интересная вещь, которая, как по-простому выражается так. На сегодняшний момент есть, как бы, по тому, что происходит по жизни, есть два государства. Есть государство еврейское, есть государство арабское. Ну, не государство, а в смысле сектор, да? Есть сектор еврейский и есть сектор арабский. Что делать в секторе арабском? В секторе арабском происходит убийство каждый день. Значит, на сегодняшний день у них самая главная проблема, что у них мочат всех. Причем понятно, что как бы у евреев, ну, тоже не, такое, к сожалению, происходит, да. Вот сегодня там убили адвоката, то есть преступность, конечно, есть, но это несравнимо. То есть у них доходит до того, что у них школьники, во-первых, у них дикое количество незаконного оружия. У них даже не просто дикий Запад, а это дикий Восток. Вот я уехал из России, вы меня поправьте, да, до того времени, когда началось период, Гриша, может, наверное, другие могут сказать, мне потом это рассказывали, кто приезжали в 90-е годы, когда идея была такая, что когда возникали там бизнесы и 5-е, 10-е, эта конкуренция решалась простым способом. Была такая фраза: нет человека, нет проблем. Да? Вот у арабов сейчас это самый главный принцип. Если у тебя есть какая-то проблема с человеком, его убивают. Все. Каждый день убивают. Они сами выходят на демонстрации и ничего не могут сделать. То есть они сейчас просто раздрай. Они понимают, с одной стороны, что они хотят жить как евреи. Что во всяком случае, чтобы не убивали, чтобы был какой-то порядок. Да? При этом они понимают, что вот это их Мишут Эфет, да, которая получала 15, а сейчас 6, она ничего не делает. Почему? Потому что у них была очень легкая жизнь. Они получали огромные зарплаты, которые, значит, получают депутаты Кнеста, за то, что они эту тюлю про палестинскую автономию, ее поддержку, они продавали в течение там десятков лет, двух десятков лет как минимум. И ничего не делают, потому что здесь действительно эта область опасная, непонятная, и вообще как все это делают. Окей? Значит, теперь дальше. Это связано, может быть, с лицемерием, то, что на двух стульях сидят, вот поэтому у них и происходит раскол внутри. Из-за этого они Смотри, есть факт налицо. Значит, теперь дальше. Пришел Биби, и он говорит, он этому Аббасу сказал: послушай,
Во-первых, Биби вот за прошедший там период, он действительно правящая как бы партия дала им очень много денег. Им настолько не давали. Там инфраструктура 5-10. Но у них сейчас самая главная проблема – это изъять незаконное оружие и прекратить бесконечное убийство. У них школьники ссорятся в школе, да? На следующий день или в тот же день 15-летний подросток выпускает 20 пуль с тем, с которым он спорил. Все. Ну, то есть они дошли до тупика. Пришел Биби к этому Аббасу, и он ему говорит: послушай, если ты хочешь решить проблемы, оставляй объединенный список. Иди ко мне, я тебе гарантирую, что я решу проблему. Теперь дальше. Его политика, она преуспела. Он вбил в них клин. Вот это вот Мешутефет дико упало, объединенный список. Вместо 15 они получили всего 6. Аббас, к их великому несчастью, он прошел. Окей? И плюс еще Биби очень сильно, по-видимому, ездил и разговаривал с бедуинами для того, чтобы они голосовали тоже за этого, за Аббаса. То есть вот с арабами произошла ситуация, которую называют просто вот архитектонической подвижкой в политической структуре Израиля. Значит, понятно, что на сегодняшний день, это как бы все говорят, тот, кто задает тон, это Биби. Он задает повестку дня. Вот то, что Аббас отделился и сейчас реально... Значит, у него позиция вообще... Ну, как бы, у него вообще классная позиция. У него позиция такого ближневосточного рынка. Он говорит по-простому. Мне все пофигу. Или нам все пофигу. Нам совершенно без разницы, с кем сидеть. Абсолютно. Мы пойдем к тем, кто больше даст. Все. Ну, да, не даст больше даст, который решит наши проблемы. Окей? Ну, сейчас же так же делают. Не, это другая история. Сейчас это другая история, потому что мы сейчас как бы арабов это и на них заканчиваем, да? Значит, теперь дальше. Вот Аббас на сегодняшний момент, он на этих весах, и он решает. Значит, теперь дальше. Еще один момент. Два момента, которые я хотел сказать, которые очень важны вот для этих последних выборов. Как вы уже поняли, значит, тот, кто стоит лидер блока, ему надо собрать 61 мандат. Значит, эти выборы, они характеризовались тем, что практически все лидеры партий называются харамот. Они давали подписку с кем-то не сидеть. И на этом было построено их... На этом была построена их платформа. За это голосовали люди. Значит, с одной стороны, понятно, что бывают такие вещи, которые до выборов одно, а после выборов другое. Это еще как-то может как-то обыгрываться, да? Типа того, что вот Ганс в прошлый раз говорил, конечно, что он против Биби и все, но сказал, все, для того, чтобы спасти государство во время короны, нет, надо идти и делать с Биби коалицию. Но есть вещи, которые человек, по-видимому, просто не может делать. Например, приведу примеры, да? Например, человек, который откололся от Ликуда, с переходом к партиям, вот просто чтобы по лицам смотрели. Вот здесь видите, это Гидон Сар, вот он здесь. Он откололся и провалился, на самом деле, мы сейчас до него дойдем. Да? У него вся политика была в том, что он клятвенно поклялся о том, что он с Биби не будет сидеть. То есть он говорил, те, кто хотят... чтобы было правительство с Биби, за меня не голосуйте. Поэтому очень трудно себе представить, что он пойдет к Биби. Теперь дальше. Значит, другой пример. Например, религиозные сионисты. Два лидера. Один Смотрич, который повторяет каждый день. И второй – это Бен-Гвир. Про них мы тоже, значит, поговорим особенно. Но сейчас важно, что у них просто в программе партии ни в коем случае никогда не сидеть ни с какими арабами, в том числе конкретно с этим другом. Да? Почему? Потому что они не признают еврейское государство и 5-10. Они там поддерживали террор и 5-10. Окей? Внутри самого Ликуда тоже есть проблема, потому что там есть молодая часть, которая поселенческая, которая правая, да? Которая тоже говорит, не идти с Аббасом. Интересно, что сам Биби за неделю до выборов
сидя в телевизионной студии, когда его спросили, будет ли он, пойдет ли он с Аббасом, сказал, даже представить себе невозможно. Ни в какой констелляции, ни поддержка снаружи, ни внутри блока. Мы никогда не будем на них опираться. Он был против мирных моих договоров, которые я сейчас сделал с этими арабскими странами. Никогда. Но вот это одна из вещей, которые сейчас уже те, которые рядом с Биби, говорят, что ради того, чтобы не идти на пятые выборы, надо использовать все возможности. Окей? Теперь дальше, смотрите, интересная фигура Беннет. Да? Что такое Беннет? На прошлых выборах Рав Шехти, которого мы все знаем и уважаем, он, по-видимому, в противоречии как бы своим принципам и тому, что он всегда не делал, он выступил с поддержкой Беннета. Да? Беннет, он как бы оставил три партии, переходил из одной партии в другую. Но как бы самый главный его переход такой, что он представляет? Он, по-видимому, хотел и хочет представлять либеральных религиозных сионистов, да, которые находятся от центра вправе. Причем, там могут быть и нерелигиозные тоже. То есть объединение – самая широкая платформа для объединения правого лагеря. Это звучало настолько хорошо, что Рав Шехти сам на прошлых выборах призывал за него голосовать. И я сам за него голосовал. Да? Не помню, только это были прошлые, либо позапрошлые, не так часто происходит. Один раз, когда я все время голосую за Ликуд, один раз я голосовал за Беннета, и он вообще не прошел. И дальше. Беннет сделал такой ход. Он начал как бы свою карьеру вместе с Айелет Шакет, это у него второй номер, она была министром юстиции, да, не вот в прошлой, а в позапрошлой каденции, они очень быстро происходят, она смогла сделать несколько важных изменений в судебной системе, да, но, к сожалению, очень немного. Они вышли из религиозного сионизма. Почему? Потому что, по-видимому, он считал, что давление раввинов, которые там есть субординация, раввины говорят, надо делать так, надо делать не так, их слушают, вот, у них достаточно жесткие позиции по многим вопросам, например, вопросы, проблема гомофобии, например, да, однополых браков и пятое и десятое. То, что считается вообще осуждение этого, запрещенная совершенно тема в израильском обществе. Они имеют совершенно четкую позицию. Он оттуда вышел. У него проблема в том, что у него нету то, что называется base. Base – это вот основной фундамент, это партия. Поэтому это звучало очень хорошо. Реально на сегодняшний день, да, он получил всего 7 мандатов. Очень немного. Но он тоже на вот этих самых весах. Теперь дальше. Он, с одной стороны, подписал документ о том, что он не... Теперь начинается. Кто сказал, что он не будет с кем? Он подписал документ, что он не будет сидеть с Лапидом. Да? Значит, теперь дальше. Что он сейчас будет делать? Сейчас посмотрим, какие реально есть расклады. Да? Вот. Но понятно, что если он пойдет к Биби, то он у Биби будет как бы... Ну, он ему даст министра. Из них же все, да, у них вот у всех, вот давайте посмотрим, еще один как бы левель, который можно рассматривать, интересный. У них у всех, кроме того, что они думают, две основные опции, а именно каким-то образом сделать коалицию и не допустить пятых выборов, потому что это супер непопулярно в народе, да, у них у всех есть какие-то прогнозы на какое-то будущее. Значит, давайте посмотрим, какие прогнозы у Биби. Мы не сказали еще один очень важный параметр, который есть у Биби, а именно. Против Биби есть три обвинительных заключения. Как это? Это не обвинительные заключения. Это то, что полиция, то, что прокуратура передала, обвинительное письмо. Да, не заключение, заключение тоже в суде. Против него есть, поправьте меня, если я неправильно как бы это говорю, против него есть три обвинительных письма, да, из прокуратуры в суд. Значит, вот у него начался суд. Он будет длиться очень медленно, да? Но это как бы вот эта анана, эта туча, она над ним. Ему надо каким-то образом пережить суд. Он все время говорит, и мы так считаем, что у него эти
дела, они все сшиты белыми нитками, да? Но тем не менее, это дошло до суда. Он все время говорил, что не будет из прокуратуры передано, следствие закроется, все, тем не менее, это дошло до суда. Значит, ему самое важное на сегодняшний момент, да, кроме общих задач продвижения этого, да, ему очень важно разобраться со своим судом. Для того, чтобы разобраться с судом, у него должны быть как бы техническое силовое влияние в некоторых ключевых местах, например, назначение юридического советника. Если он глава правительства, ему это очень просто на это повлиять. И, например, глава юридический советник, он, например, может собственноручно просто закрыть это дело. Окей? Теперь дальше. Идем дальше. Лапид. Что такое Лапид? Лапид представляет второй Израиль. Что такое второй Израиль? Поскольку мы сказали, что на сегодняшний день, и я надеюсь, что навсегда, значит, арабская проблема, в смысле представления всего Израиля, который делится, как это всегда было, на две половины. Одни левые, другие правые. В чем это выражалось? Правые были за то, чтобы не выселять евреев. Земля Израиля, ничего отдавать нельзя, да? Мирные соглашения с арабами – это все залипуха, окей? И как бы левые, которые говорили то, что мы говорили, надо отдавать территории, надо демонтировать поселение для того, чтобы был какой-то мир. Значит, поскольку это снято с повестки дня, это тоже очень важный момент, когда надо понимать, насколько я понимаю, этот вот расклад, который очень сильно изменился в Израиле, поскольку то, что вот мы сейчас говорили, да, снято с повестки дня – на повестку дня вышли совсем другие, ну не то что совсем, вышли, да, совсем другие вещи. Какие? Прежде всего гражданские. Есть два Израиля. Не, как мы говорили раньше, левый и правый по такому принципу, а другие. Какие? Есть левый лагерь, который называет себя либеральный, демократический, за незыблемую судебную систему. И есть, да, вторая часть – это правый лагерь, которые ориентированы на еврейское государство, чтобы это государство имело еврейский облик. Если они религиозные, для того, значит, соблюдались религиозные законы, и, во всяком случае, государство имело какой-то вид еврейского государства, да, за развитие поселений. И очень важный вот пункт, который все время повторяется вот в этой борьбе между первыми и вторыми, да, это вопрос судебной системы. Значит, если вынести в скобки, что чисто теоретический разговор по поводу судебной системы в Израиле, на него как бы накладывается огромная тень личного дела самого Биби. Да? И, несомненно, это там тоже есть. Но вне этого, правые, да, как мы их сейчас определили, правые, они считают, я в том числе считаю, что начиная с определенного времени, известный такой судья Верховного Совета Аарон Барак, который сказал, любая вещь, любая тема, любой вопрос, он подсудный. Потому что как бы до него было более правильное понимание о том, что суд не вмешивается в законодательные органы, в Кнессет. Сейчас происходит все время ситуация, когда Кнессет, значит, израильский парламент, он принимает какие-то законы, да, эти законы, они отменяются богатством. Значит, существует предположение, или во всяком случае, как бы считают, правый лагерь считает, что судьи выносят свои мнения не потому, что не как бы чисто из юридической точки зрения, а потому что они сами идеологизированы, и потому что они представляют совершенно определенную, то есть они принадлежат к одному из этих двух лагерей. Окей? Okay? Поэтому вопрос вот о судебной власти, да, эти говорят,
да, Лапид и его блок говорят, что мы за то, чтобы ничего не менять, все, а с другой стороны говорят, обязательно менять, все изменять и так дальше. Чем больше это сдвигается вправо в блоке Ликуда, тем как бы сильнее об этом идет разговор. Да? Окей? Вот это... поэтому Лапид, у него был как бы лозунг очень простой. Он говорил, те, кто хотят государство, даже называется шфуя. Шфуя – это нормальное. Вы хотите нормальное государство без заморочек, без фанатиков, голосуйте за меня. Я нормальный. Шфуя – это предсказуемость. Да, ну не то, что предсказуемость. Шафуй – это человек нормальный, человек, который в переводе на какой-то более не такую шаблонную формулировку. Это люди, которые исходят из некоторых общегражданских постановок, которые, по-видимому, свойственны демократическим государствам. Да? Окей. Можно вопрос? Это то, что представляет собой Лабид и с ним. Теперь давайте посмотрим по партиям, да, по тому, что я сказал. Да, вот тут тоже, ну, как бы видно, карта интересная, не будем останавливаться, но видно, что Лапид – это центр страны. Это называют страну в стране. Это вот Гуш-Дан называется, то есть блок Дан. Дан – это колено Дана. Гуш-Дан – это как бы конгломерат мегаполиса такого. Города переходят в города. Ну, практически города переходят в города. Это центр Израиля, это в основном, конечно, есть в других местах, это в основном Айтек, да, это в основном там мало безработицы, это, грубо говоря, экономически продвинутая часть Израиля. Они в основном, это основная часть Лапида. А то, что касается Биби, да, и лагеря правого, да, он разбросан. Он разбросан по населениям, и он разбросан по периферии. Совершенно особый вопрос, которые мы сейчас как бы затрагиваем, или я затрагиваю, просто стараюсь, у меня нет просто времени, потому что каждый из этого – это отдельная лекция, да, из многих частей. Ликуд, кроме того, значит, когда мы говорили про правых и левых, да, значит, скажем, гражданское общество левое, а как бы еврейское государство справа, ну так, если грубо сказать, есть и очень сильный параметр, который некоторыми выставляется как центральный. В чем он заключается? До сих пор в Израиле существует противоборство, сопротивление, противостояние. С одной стороны, то, что называется ашкеназская элита. Ашкеназская элита – это Гуш-Дан. Те, кто живут обеспеченные, живут в Гуш-Дане, работают в Айтеке, адвокаты. Ну, как бы я так банально говорю, но тем не менее это близко к теме. Да? И с другой стороны, это вся провинция. Это второе или третье поколение выходцев из восточных общин, которые в 50-х годах, их там родители, наверное, уже даже бабушки и дедушки, их привезли из арабских стран. Да? Вот. Есть вопрос? Ну, по-видимому, это было техническое что-то. Значит, большой вопрос, каким образом, начиная с Менахема Бегина, который сделал переворот, то есть он пришел в власти после не знаю скольких лет, со дня государства. Но недолго. Что-что? Сейчас, Александр, я выключу, потому что, по-моему, у тебя включен микрофон. Да, который был переведен переворот, он... Власть от традиционного Мапая, левых социалистов, перешла к ревизионистам Бегина. И для нас сейчас важно, что эта революция, она привела под знамя Ликуда выходцев из восточных общин. И это тоже один, это очень большой вопрос всех выборов, в том числе. Значит, Биби, он... не только сохранил эту привязанность этих выходцев из восточных общин к Ликуду, он ее закрепил. Поэтому тут тоже мы все время как бы говорим, или я говорю, что все время как бы есть некоторая проблематика. Это так, и с одной стороны так. Значит, с одной стороны, Ликуд действительно одна из самых демократических партий, либо вообще одна из демократических партий в Израиле. То есть у нас существует праймерс, первичные выборы. То есть, грубо говоря, нет списка, нет такого, что сидит как
у Либермана там, не знаю, какой-то сидит он и говорит, этот Вася, Петя, Рабинович будут в списке, остальные пошли вон. И они как бы все выбираются. То есть те, кто члены Ликуда, вот мы там ходили на выборы, выбирали, и, соответственно, так собирается список тех, которые потом войдут в Кнессет в соответствии с мандатами, которые получит на выборах эта партия. Да? С одной стороны, это так. С другой стороны, с чисто как бы внутреннего наполнения отношение к Биби, хотя он выбирается все время, отношение к Биби, Биби Мелах, царь. Я хочу сказать тиран. Но к нему буквально до, я не хочу сказать, это поклонство. Ну, это монархия. Возникает вопрос тоже, почему вот уже три раза прошло, а сейчас четвертый раз, когда Биби не может сделать правительство. Он все время делает коалицию с кем-то. И спрашивается, а почему в самом Ликуде не происходит, почему его не сбрасывают? То, что называется улом и висхура. Он как бы он не дает товар лицом. Почему? Потому что в Ликуде прекрасно понимают, что когда люди голосуют за Ликуд, они голосуют за Биби. То есть там есть министры, мы их знаем, кто работает, 5-10, но голосуют за Биби. Когда Биби появляется где-то, да, все на одном дыхании говорят «Биби, Биби, Биби, Биби». И поэтому это тоже немножко странная ситуация. И то, что говорят левые, что да, смотрите, там с одной стороны демократия, а с другой стороны, ну он просто царь у них. Это тоже правильно. И это вот видно по тому, как они за него голосуют. Окей? Ну хорошо, давайте пройдемся буквально несколько слов по этим самым, по партиям. Просто кто есть что, чтобы вы понимали как бы общий расклад. Теперь скажите, по тому, что я сказал, да, у кого-то есть вопросы? У меня есть вопрос, можно? Да, пожалуйста, конечно. Знаете, я все-таки чуть-чуть больше, Натан, если можно, про как я понимаю, в Израиле много прав гражданских регулируется равинатом, да, я так понимаю? Я не думаю, что это правильное определение. Я не думаю, что... Ну, допустим, там регистрация брака, там такие. Смотри, вот это вот. Я не думаю, что. То есть я не специалист, да, но как я представляю, они действуют в рамках закона, который определяет, какие функции главного равината. Главный равинат - это государственное учреждение. Значит, там действительно он функционирует по определенным законам. И дальше нельзя сказать, что он кого-то ущемляет. То есть он ущемляет, но в каком смысле? Например, если человек хочет идти, да, по какому-то определенному пути, назовем так его, религиозному, ему говорят, хочешь идти по религиозному пути, иди через равинат. Например, человек хочет делать хупу, религиозную свадьбу. Он должен открывать тик дело в местном рабануте, доказывать свое еврейство. Свадьба должна быть кошерная, там должен быть раввин, который в списке раввинов, который главный раввин, и так дальше. Понимаете, что появилась запись в раввинате, что действительно был вот такой кошерный брак. Но, с другой стороны, есть люди, таких очень много, и чем дальше, тем больше, которые говорят, я не буду ходить в главный равинат, я по жизни с ними не сталкиваюсь, совершенно не хочу быть. Государство дает возможности. Например, они могут уезжать Кипр, Болгария, там еще куда-то. Да? Там есть специальные конторы, вот, которые регистрируют гражданский брак. Хотя то, что вы задали, это совершенно правильный вопрос, это тоже стоит на повестке дня. Вот те, которые лопит и в ту сторону левые, они говорят, совершенно правильно говорят. С их точки зрения, может быть, с моей точки зрения. Что это совершенно неправильно. Человек, который как бы гражданин государства, платит налоги, 5-10, выполняет все свои эти. А когда он хочет жениться, он должен за границу. И почему он должен ездить за границу?
И реально тоже может, например, не ездить за границу, может просто они могут жить вместе, и они могут быть признаны как люди, которые ведут совместную жизнь, скажем так. Но это все равно, то есть, мне кажется, Я правильно понимаю, Натан, что блокирование Ликуда вот с религиозными партиями, это, скажем так, это политический шаг со стороны Нетаньяху для того, чтобы получить больше мандатов. То есть, Очень хороший вопрос. Я сейчас на него постараюсь ответить. Или это их позиция такая? Вот вопрос. Вот я сейчас постараюсь ответить. Я скажу, как мне это представляется, да? Значит, мне представляется ситуация такая. Израиль – очень сложная страна. Почему? Потому что есть очень много сегментов. Например, я сегодня слушал, в скобках говорю, да, вот там обозреватели за границей, значит, разбирают, какие партии вообще расклады. И тот, кто обозревает эту прессу, то, что там, значит, было, он говорит, что они вообще, некоторые партии израильские вообще не могут понять, что это такое. То есть для них ультраортодоксы, они вообще не понимают, как в цивилизованной стране может быть, как бы, партия совершенно странных людей, которые реально играют роль. То есть, ну, в Америке тоже есть ультраортодоксы, живут там, в Бруклине, не знаю, еще где-то, да, вот, но никакой партии у них нету, а есть партия, да. Значит, в Израиле есть много разных сегментов и по религиозному принципу, и по принципу отношению к образу жизни. Значит, есть два пути. Один путь – это путь такой. Я махрим, то есть предаю анафеме, какую-то часть. Например, вот Либерман разыгрывает эту карту и говорит: всех паразитов ультраортодоксов надо на вагонетки и на свалку. Это вот самое крутое, то, что он сказал за последние, как бы, выборы. Окей? Не говоря о том, что это, как бы, ну, скажем так, аморально, не только в моих глазах, то есть многих вообще это коробит. Особенно, как бы, вспоминая еврейскую историю относительно недавнюю, да, и кто себе позволял так говорить, чем это кончилось, да. Это коробит очень многих, и нерелигиозных в том числе. Я считаю, что это не работает. То есть, грубо говоря, у меня, как и у очень многих людей, как бы близких ко мне, есть очень много претензий к харидим, которые тоже меняются. То есть все сложно, и все время меняется, да? Есть очень много претензий. Но я считаю, что это нельзя декларативно просто выкинуть какую-то часть населения из участия, да, и запереть их в гетто. И дальше, возвращаясь к Биби, ну, тут, как бы, есть несколько уровней. С одной стороны, как у любого политика, для него это блоки. То есть для того, чтобы делать блок, он обязан с ними идти. Они с ним идут в огонь и в воду. При этом в скобках отбивая утверждение левых, что Биби дает им все. Только их кормит все, что угодно, да, дает пособие на ешивы, на стипендии на тех, кто не работает, отмазку от армии, как бы, официальную, только чтобы они за него голосовали. Да? Вот. Они это отбивают и говорят, что нам бы в другом лагере дали бы еще больше. Ну, это, как бы, вопрос, но приблизительно то же самое. Но что я хочу сказать? Мне кажется, может быть, я ошибаюсь, мне кажется, величие Биби заключается в том, что он, кроме того, что он гениальный шахматист и гениальный, как бы, политик, у меня такое впечатление, что у него есть какое-то очень далекое видение, как правильно должно развиваться. То есть мне представляется так. Он человек правильных взглядов, с моей точки зрения. Он понимает, что невозможно сделать ахшав, как был Шалом Ахшав, мир сейчас. Как невозможно сделать мир сейчас, так невозможно сделать земля Израиля сейчас, как невозможно сделать храм сейчас, как невозможно сделать еврейское государство 100% сейчас. Сейчас не работает. Поэтому он, с одной стороны, да, он пользуется ими технически, то, что они у него. С другой стороны, я
не думаю, что он это делает чисто цинично. Не думаю. И точно так же про арабов. Вот сейчас то, что он сделает ход с этим самым Аббасом, естественно, как бы циники скажут, ну, понятное дело, слушай, он совершенно циничный политик, да? Он до выборов говорил, что он не будет сидеть, сейчас он их берет. Им вообще ему не важно. Ему важно только одно. Вот что говорят антибибисты? Они говорят, ему важно только одно. Спасти свою шкуру от суда. И для этого остаться у власти. Для этого он пойдет с кем угодно. С арабами, будет с этими харидимами. Смотрите, с точки зрения логики, в этом есть логика. Так это видится на поверхности. Ну, я считаю, что это... Если бы он если бы у него не было тех заслуг, про которые мы говорили, правильно, он бы был бы мелким политиком. Я не думаю, что он мелкий политик. То, что он не сделал, например, суверенитета, распространял во время Трампа, это была главная претензия со стороны поселенческого движения, да, я верю в то, что он говорит, что он не смог этого сделать. Он сделал по максимуму, а этого сделать он не мог. Окей? Значит, поэтому ответ технически выглядит так, как вы сказали, но мне кажется, что за этим стоит какое-то видение, каким образом это государство может существовать и становиться более как бы монолитным, если так можно сказать, продвигаясь вместе, при том, что надо учесть, что парадоксальная ситуация заключается в том, что как только снимается внешняя угроза, например, слава богу, сейчас интифады нету, терактов тьфу-тьфу-тьфу, бляй на ора, терактов тоже нету. Когда это есть, не дай бог, то это как бы консолидирует все общество. Как только этого нет, начинается полный как бы разброд. Поэтому мне кажется, что у него есть видение, и несмотря на то, что мне он тоже, может быть, Биби действует на нервы, я все равно голосовал в этот раз за него. Потому что мне кажется, что на его уровне такого политика в Израиле нет. Окей? Более-менее ответил? Я правильно понимаю, что вы хотите сказать, что с вашей точки зрения у Нетаньяху есть видение некого симбиоза гражданского и религиозного общества? Правильного баланса. Я думаю, что да. Я думаю, что у него есть видение развития государства Израиль, да, на длинную дистанцию. Вот мне так кажется. Я думаю, не только мне, потому что иначе все-таки бы он не получил такое количество голосов. И когда вот эти выходцы из восточных стран говорят «Биби-царь», я думаю, что они вот в такой как бы просто банальной формулировке, они где-то выражают то, что я пытаюсь многими словами выразить. Да? Окей. Теперь давайте пройдемся просто по партиям, буквально два слова, вот, что они из себя представляют и в чем как бы отличие в этих выборах и что такого удивительного произошло. Ну вот Ликуд как бы 30 получил, да. Очень много говорили, я думаю, что вы более-менее поняли, что такое Ликуд. Это очень большое достижение. Потому что антибибевская пропаганда была совершенно дикая. Проплаченные, непрозрачные демонстрации, 20 тысяч человек, которые для Израиля это огромные совершенно как бы, цифры, они происходили все время. И при всем этом, значит, Биби все равно как бы получил Ликуд, но по существу получил Биби. Да? Получить 30 мандатов, это как бы это его огромная заслуга. Теперь дальше смотрим. Есть Атид, это Лапид. Вот Лапид, который представляет гражданское население, который представляет в кавычках вменяемых. Он, естественно, он не ранга Биби. В прошлый раз тот лагерь, который против Биби, они пытались противопоставить ему, поставили Ганса. Ганс, мы сейчас до него дойдем, Кахоль Лаван, вот он здесь. Да? А, можно по этим по мордам тоже посмотреть. Вот Лапид. Да, вот он Лапид, да, а Ганс, вот он Ганс, да. В прошлый раз поставили на Ганса, он бывший Раматкаль, главнокомандующий, да, для того, считали, что он сбросит Биби. Он в прошлый раз получил 30 с чем-то мандатов.
У него не получилось. Более того, он, в общем, стал некоторым посмешищем совершенно. Полная загадка, каким образом он смог получить. Вот здесь вот написано 8 мандатов. Совершенно непонятно, кто за него голосовал. Вот. У него в прошлый раз было, по-моему, 20 с чем-то. И его, он был главный ставленник против Биби. Значит, в этот раз поставили на Лапида. Лапид получил относительно много, да, у него вторая партия. Понимаете, по сравнению с Ликудом все равно как бы гораздо меньше. Да? Он не игрок на уровне Биби. У него нету ни как бы опыта, связанного с безопасностью страны. У него нет опыта, связанного с экономикой. Говорят, что он был в короткое время правления министром финансов у Биби, он был самым плохим министром финансов. Да? Но, тем не менее, в глазах многих, он человек разумный, и они за него голосовали. Окей? И дальше. Партия ШАС, это вот это Аридери, это сефардские харидим ультраортодоксы. Вот он здесь. У них незыблемый союз с Биби. Они как бы основатели, я не помню, сколько лет назад, но где-то, предположим, лет 7-8, мне кажется, это 10, может быть, максимум. Раф Авади Йосеф теперь Заль, на то время, значит, как бы живой, да, существующий. Для них он как бы главный типа Любавического Рэбе. Вот, они основали партию. Все религиозные выходцы из восточных общин, они практически все голосуют за ШАС. Вот из их лозунгов, которые, на мой взгляд, достаточно такой тоже амбивалентный, да, я проходил, когда шел на избирательный участок, было написано: ШАС — это единственная партия, которая всегда помогает бедным. Вы понимаете, какая здесь амбивалентность? То есть их обвиняют в том, что они специально заинтересованы в том, чтобы все время было бедное население среди выходцев из восточных стран, чтобы за них все время голосовали. Потому что иначе такой лозунг, что мы постоянно помогаем. Не надо постоянно помогать бедным, надо кончить с этим, вообще говоря. Но тогда кончится как бы их электорат. Да? Это вот ШАС. И дальше. Кахой Лаван – это Ганс. Ганс, который был в прошлый раз, это была главная как бы фишка против Биби. Да? За него голосовал весь левый лагерь. Он вышел совершенно посмешищем. Биби его опускал при каждой возможности. Довел до того, что, в общем, все писали, что он просто марионетка, кукла и все. Да? И главное, что как бы, Биби с ним договорился, что будет ротация. То есть, как бы, сколько-то срок один, сколько-то срок другой. Биби это тоже у него отнял. Законным способом, ну, как бы отнял у него. Да? Ну, и кончилось с тем, что, в общем, они совершенно все разорвали. И после этого пошли как бы на выборы, опять же, в то время, когда, по-видимому, Биби было выгодно. Каким образом Ганс получил 8 мандатов, я как бы не понимаю. Какая-то часть людей говорила, что они его жалели. Какая-то часть людей говорила, что, в общем, Биби, конечно, опускал его все время, но он действительно приводил такого честного парня, дикого солдафона, и который даже говорить нормально не может. Вот. Но он странным образом получил 8. То есть, вообще говоря... Ну, честный, поэтому честный. Очень честно. Да, кто-то типа, может быть, да. Так, как политики он... честные не очень нравятся. Да. Они косноязычные. Да. Простота хуже воровства. Ну, не знаю, в общем, в политике он ноль, конечно. Но тем не менее. Вообще вот есть как бы... Мы сейчас посмотрим, дойдем до конца. Да, вот цифры, которые здесь есть, они отражают вещи, которые трудно понять головой. То есть как-то, казалось бы, такого не могло, не может быть. А тем не менее, это так. То есть вот народ, например, все равно проголосовал много. 8 мандатов за Ганса, хотя он, про него я вообще ни одного хорошего слова не слышал. И все говорили, слушай, ну уйди уже, освободи нас и все. Тем более, что к нему главная претензия была, что он сына предал своих избирателей, потому что они за него голосовали, что он не пошел с Биби, а он с ним Биби таки да пошел. Ну то есть абсолютно. И тем не менее. Ну, значит, народ имеет какую-то ностальгию тем, которых он имеет... считает, что это люди как бы прямые, в отличие от Биби, который представляется диким махинатором. И дальше, смотрите, вот эта партия Ямина. Ямина – это тот самый Беннет. Ямина – интересное явление, мы про него уже как бы говорили. Вот. Беннет, напоминаю, это вот это. Беннет – вот это вот это. Он, у него семья сделала алию из Сан-Франциско, у него родители из Америки.
Да, он сам тоже, это таких немного в Кнессете. Вот он человек, по-видимому, очень богатый. Вот он сам айтек, да, у него, он сделал 4, на иврите называется exit, то есть есть какой-то стартап, его развивает, а потом какая-то крупная фирма его покупает. Вот он сделал 4 таких исхода, если так можно называть, да, и поэтому заработал очень много денег. Да, то есть он очень технократ, он очень продвинутый, он как бы от центра вправо, он за еврейское государство. То есть, казалось бы, по всем параметрам он просто вот самый тот самый человек. И поэтому Рав Шерки за него как бы агитировал, и поэтому я за него голосовал. Но реально в политике получается, что человек без своей партии, без своего бейса, он не может продвинуться сильно и не может стать главой правительства. Поэтому у него сейчас, вот как раз перед тем, как началось наше обсуждение, я слушал как бы последнее обсуждение, было, что они вот сидят, он живет в Раанане, они там все собрались, да, и они дико обсуждают, совершенно непонятно, что делать. Туда пойдешь плохо, к Биби пойдешь плохо, Биби съест, все, пойдешь к Лапиду, кончишься, потому что ни один правый за тебя больше голосовать не будет, потому что ты просто опустил Биби. Совершенно непонятно, что делать. Абсолютно. А как бы, ну мы, может быть, дойдем, если останется время, вот какие могут быть констелляции. Одна из констелляций такая, что главные в блоке антибибевском, они, несмотря на то, что у него всего 6 мандатов у Беннета, они скажут ему, чтобы он был главой правительства, а все пойдут под него, да, только ради того, чтобы сбросить Биби. А дальше потом разобраться. Окей? Идем дальше. Значит, дальше Ядот-а-Тура. Ядот-а-Тура – это литваки, это харидим ашкеназские. У них как бы стандартно никаких изменений нету, поскольку у них как бы публика та же самая, которая как бы всегда, и они голосуют по приказу раввинов, никаких изменений нет. Единственное, что у них произошло, мы до этого сейчас дойдем очень быстро, вот там произошли сильные, как бы, достаточно сильные подвижки. Почему? Потому что то, каким образом их лидеры как бы расправлялись или управлялись с короной в районах их проживания, это было очень плохо, хотя еще поначалу. И погибло, умерло очень много людей, особенно пожилых. И поэтому было очень большое недовольство. Поэтому, по-видимому, от них какое-то количество, особенно молодых, голосовали за Релсинов. Там вот мы сейчас до него дойдем, просто там такая есть восходящая звезда Смотрич, по-видимому, сколько-то проголосовало за него. Да? Теперь дальше. Вот есть Авода. Это очень тоже вообще вот это вот, Мирав Михаэли. Это очень интересный разговор. Авода – это партия, которая основала государство, так если грубо сказать. Это партия, которая стояла у истока власти и держала ее, не помню сколько, но сколько-то десятилетий точно, то есть лет 25-100%, может быть, даже больше. Да, где-то где-то, по-моему, до 76-й год, по-моему. Да. 29 да. лет. Ну вот я был, да, 29. 48 по 77. Да, ну вот замечательно. Теперь, что произошло? Произошло, главные представители, последние магиканы, да, в партии Авуда, это был Рабин и Перес. Значит, поскольку мы с вами уже как бы поняли, что основное как бы идеологическая платформа левых, а именно немедленное заключение мирных договоров с, прежде всего, с палестинцами, с арабскими странами, на которые идут отдачи территории поселения выселению евреев, это провалилось, снято с повестки дня, потому что просто это не работало. Не потому, что народ вдруг понял и сказал: «Вау, пророки сказали, нельзя отдавать, да, конечно, мы идиоты, мы так делать не будем». Да нет, просто это не работало. Потому что, ну так, грубо говоря, формулируя как бы в русле наших как бы формулировки, да, Всевышний сделал так, что это не работает, арабы все время не соглашались. Поэтому большинство народа как бы пришло к выводу, что это не работает, а Биби доказал тем, что вот он этот мир сделал, про который мы говорил. Окей? И в результате этого, значит, партия Авода, которая в свои лучшие времена, раздел был такой, где-то половина на половину. Половина страны была за Ликут, а половина страны была за партию Авуда. Это тоже все время так колебалось. И Харидим где-то все время были вот на тем, кто определяли, либо эти победят, либо эти сформируют, либо эти сформируют. Да?
Она упала вообще. То есть просто партия «Вода» кончилась. Просто кончилась. И ее два последних представителя, да, они пошли к Биби. Они были в коалиции. То есть все считали, что это труп партии «Вода», которая основала государство. И тем не менее произошло с их точки зрения просто чудо. Совершенно как бы, ну, относительно молодая. Молодая женщина, которую зовут Мераб Михаэли. Да? Она подняла эту партию просто с досок. И получила, сделала чудо, получила 7 мандатов. Значит, у нее, там есть свои, как, с одной стороны, идеологически там нет такого, как было раньше. Новый Ближний Восток, все, этих выселяем, это то, завтра, значит, договариваются арабы. Это ушло с повестки дня. Она за гражданские права, но от центра уже гораздо более левая. Гораздо более левая. У нее присутствуют совершенно одиозные люди. У нее прошла вот этим, по-моему, как раз 7-м списком совершенно одиозная арабка, которая жената на израильтянине, на еврее, вот, которая в свою бытность говорила совершенно одиозные фразы, типа того, что Кфар-Саба должна быть разрушена, на ее месте должна быть установлена арабская деревня, которая была, и все прочее. Ей тоже все время это тыкали. Но тем не менее, несмотря на то, что я как бы все время вам говорил эту тему, да, что левые кончились, тем не менее это неоднозначно. Почему? Потому что те две партии, которые представляли левый фланг, а именно Авода и вторая – это Мерец, да, вот, Мерец еще более левая. Там много арабов в партии, они еще более левые. Они всю жизнь были вообще самым главным нашим идеологическим противником. Считалось, мы все как бы просто очень надеялись, что они вообще не пройдут. Они, да, прошли. Очень может быть, что как бы очень многие, которые так бы голосовали за Лапида, они отдали свои голоса либо Авода, либо Мерец. Для чего? Для того, чтобы эти партии не ушли с повестки дня. Окей? Значит, тем не менее, вот левый идеологически этот самый, он тем не менее не на платформе как бы двух государств, Мерец, правда, про это говорит, а больше на платформе гражданских браков, гражданских прав, прав нелегалам и как бы дальше против еврейского облика государства Израиль, да, вот на этой платформе они возродили, Мерец не упала, как казалось, а Авода просто возвратилась. Теперь дальше. Есть партия, да, одиозная, и называется Исраэль Бейтейн. Исраэль Бейтейн – Израиль – наш дом. Значит, в ее главе стоит такой одиозный лидер, Авигдор Либерман, считается «русская партия», в кавычках, хотя там тоже есть израильтяне. Вот. Я, честно говоря, очень не люблю. Очень не люблю. В моих глазах он карьерист, он человек, который как бы только за свою... У него нет никакой идеологии. И вот за тот период, как мы его знаем, да, вот, он делал совершенно дикие зигзаги. Он начинал свою карьеру тем, что он был самым ближайшим помощником Биби. Да? Он был короткое время, да, потом он с Биби поругался. На следующий день говорят, что самая главная пружина, которая им двигает, это дикая ненависть совершенно к Биби. Абсолютная. Вот, которая просто сводит его с ума. Значит, он себя долгое время позиционировал как главный антиарабист. Он говорил, правее меня только стенка. Он, когда он был в правительстве Биби, значит, он получил министра обороны. При этом до этого, главное, он говорил, все время были разборки с АЗЭ, он говорил, я в течение 48 часов, главный хамасник, который сидит в этом самом, террорист, который сидит в Газе, мы его убиваем. Никого он не убил, ничего особенно сильно не изменилось. Да? Вот. Потом он проводил, это от него пошло, о том, что Хок а-Леом – это закон о национальной принадлежности. Как бы каждый житель Израиля, он должен, не знаю, давать подписку, провозглашать или как-то так, или соответствовать вот принадлежности к государству Израиль, в котором говорится, там, он должен быть верен принципам еврейским. То есть, грубо говоря, куда арабы вообще не сильно подпадали, либо вообще не подпадали. Да, вот, значит, он снял это с повестки дня совершенно, и у него в течение последних выборов он как бы держит только одно. Он держит
совершенно антихаридимную, которая доходит вот в своей пропаганде до чего-то, что звучит вообще похоже на геббельскую пропаганду, типа того, что харидим надо на тележках и свозить на помойке, да, было ощущение, что за него проголосуют очень многие, несмотря на то, что как бы левые считают его диктатором, да, они считают его человеком совершенно темным, вот, но при этом считалось, что и вот на своей ненависти, как бы провозглашаемой к харидим, и о том, что он говорил, вот ключ к тому, чтобы создать правительство, в котором не будет харидим, и тогда я вас спасу от этого бремя, которое вы все время на себе тянете, да? Казалось, что за него проголосовало их относительно проголосовало очень немного, всего 7. Ну, дальше идут арабы, вот эти 6, мы про них говорили. Самая главная фишка, что они раскололись, да, и это для них очень-очень-очень большая проблема, да, и, по-видимому, это то, что как бы арабское население Израиля сказало им: ребят, вы не решаете наши проблемы, мы вас, в общем, во многом лишаем власти, да. Теперь дальше. Вот очень интересно то, что произошло с религиозными сионистами. То есть религиозные сионисты, они были на уровне просто не попадания вообще, не прохода вот этого ценза. Биби по своим соображениям, которые мне не сильно понятны, да, он очень помог, чтобы за них голосовали. Значит, за них проголосовали все, ну, практически все поселения. Они делятся на две, как бы на две партии, которые заключили соглашение между собой, да. Вот, вот здесь это Смотрич, да, вот это Смотрич, он как бы глава первого в списке, он очень молодой парень, он даже среди харидим считается такой рок-стар, да, такой звездой. Мне он нравится, мне он нравится, почему? Потому что мне кажется, что он как бы соединяет, с одной стороны, в общем, довольно прямолинейную позицию, когда его спрашивают, как должно быть, или что по этому отношению говорит Тор, он говорит так, как это должно быть, но при этом как бы не навязывает. В глазах левых он очень одиозная личность, его все время произносят о том, что вот вы видите, с кем как бы Биби идет. А кроме него есть еще один человек, который еще более одиозный, который как бы его все время пытаясь в течение многих лет не допустить в Кнессет. Это Бен-Гвир, которого как бы левый считает, в каком смысле как бы это действительно так, его считают продолжателем дела Мира Каана Заль, да, который был как бы одиозной личностью и, в общем, был за трансфер как бы арабов, ну и во всякие как бы российские законы по отношению к арабам. Ну, сейчас это не важно, но, в общем, Бен-Гвир, он очень одиозная личность. Биби, например, это тоже один из его как бы плонтеров, то, что называется, тупиков, которые он должен решить, потому что он обещал, как не сидеть с арабами, точно так же, как Бен-Гвир не будет министром. В сложившейся ситуации, когда как бы он дико заинтересован, после этого часть его блока, да, они могут ставить условия. Бен-Гвир говорит, что он будет министром юстиции, и он тут же вообще изменит всю ситуацию. Ну, как бы посмотрим. Но это тоже то, что этот человек будет в Кнессете, это очень сильно меняет ситуацию. Окей, быстро доходим до конца. Тиква Хадаша это вот Гидон Саар. Гидон Саар был единственный в Ликуде, который, ну, я не знаю, предположим, там год назад, он, может быть, меньше даже, он поднял бунт, по-видимому, обделенный, да, вот, может, потому что Биби его гнобил, видя в нем как бы своего противника. Короче говоря, он вышел из Ликуда и сделал свою партию. Значит, когда он ее сделал, то ему как бы предрекали 20 мандатов. Да, вы видите, что после Ликуда 30, следующий идет только Лапид. Ему предлагали 20 мандатов. Значит, он упал до 6 мандатов. Это тоже некоторая загадка, почему он совершенно сгорел. Абсолютно. Окей? И дальше. Мэрос Возрожденный, про которого мы говорили, да, прошел, очень жалко, но прошел, да, крайне левый, скажем так. Вот. И вот этот Рам, этот Аббас, который чудесным образом прошел и поменял всю ситуацию, и который, по-видимому, каким-то образом Биби должен будет с ним договориться, если он,
если он не решит идти на пятые выборы. Ну вот как бы на одной ноге более-менее все. Смотрите, тут вот идут всякие разные расклады. Я не думаю, сейчас будем на этом останавливаться, потому что это технически, как бы уже сил, наверное, нету. Да, каким образом может быть сделано правительство. Но как бы общая формулировка такая. Блоки, два блока могут сделать Биби и анти-Биби, набравшись один голос, если они сильно нарушат, если, во-первых, они сильно нарушат свои предвыборные обещания, не сидеть с кем-то или не опираться на кого-то, это раз. И, во-вторых, если они каким-то образом разрулят те противоречия, которые у них внутри блока. Внутри блока тот же самый Смотрич, непонятно, как он будет сидеть с Аббасом. Просто невозможно себе представить. Или, например, как и Либерман, который говорил, что этих харидим на тележке и в помойку, как он будет сидеть с харидим? Непонятно. Или, например, каким образом этот самый Саар, который вышел от Биби, и все было построено на том, что только не Биби, каким образом он может вернуться обратно к Биби? Ну, вот на сегодняшний день это такой расклад. Окей? Если есть какие-то вопросы, во всяком случае, мне, я надеюсь, я как-то вам... Но если не усложнил картину, то, во всяком случае, что-то такое показал, правильно? Если есть... Можно вопрос? Ой, так здорово, так интересно было слушать, честно. Да, ну... У меня есть, Натан, можно? Да, конечно, пожалуйста. Натан, а вот как вы сказали, что где-то там до 80-х годов были две основные партии, да? Ликуд, Явада. А с какого момента вот началась такая бешеная сегментация? Я вижу 13 партий. Смотрите, они были, но их было меньше на самом деле. То, что совершенно новое, да, вот этот Лапид Напер, который появился сколько-то лет назад, его не было. Кахой Лаван Ганс, которого поставили против Биби, его тоже не было. Да? Дальше. На самом деле было, как вы правильно сказали, был Ликуд, была Авода, и были очень сильные религиозные сионисты, которые были вот типа на этом месте, где ешь вот этот Еш Атид Лапид, были, он назывался Мавдаль. Но классический Мавдаль, к сожалению, религиозные сионисты, он сошел совершенно с пути. И это тоже совершенно особый вопрос, почему это произошло в Израиле. Казалось бы, в моих глазах это люди, которые совершенно очевидно, они наибольшим, лучшим образом как бы сочетают и религиозное, и государственное. Если к харидим как бы претензии, что они увиливают от службы армии, они только тащат на себя деньги, они вообще как бы не участвуют в жизни страны, они в кавычках паразиты, не в кавычках, да, то как бы к релсинам этого нет такого. Они везде, они в армии, они во всех местах. Это люди, которые работают, правильно? Вот. И тем не менее Мавдаль развалился. Мавдаль развалился. Не место сейчас делать, как бы не времени, но как бы одну фразу скажу. На мой взгляд, он развалился. Почему? Потому что он поставил всю ставку на освоение поселений и освобожденных в 1967 году земель. Он оторвался в подготовке народа к пониманию необходимости развития поселений. И в глазах второй части Израиля он стал выступать как основной тормоз мирного процесса. И среди этого тоже было, по-видимому, одна из главных причин, почему было изгнание из Газа, которое было ужасно, но тем не менее, по-видимому, но если уж не большая часть народа, то, во всяком случае, половина точно это поддерживала. Абсолютно. Потому что произошел дикий отрыв. А вот Беннет, по-видимому, его главная задача, она не делать этого отрыва, вот, а идти как бы вместе. Но, к сожалению, мы видим, что это тоже не просто сделать. Это так не проходит. Он набрал очень мало. Натан, вот я предлагаю, может быть, немножко посоветоваться. Есть много тем, которые еще пока не раскрыты. Вот. С другой стороны, я смотрю, вот уже Андрей ушел, потому что там чтение по Рамбаму. Вот. Может быть, как-то продолжить потом еще разочек? Или... Да, конечно, ради бога, смотрите.
вы оценили как бы мои знания, скажем так, ну просто к выборам, если так можно сказать, это знания, да, просто в выборах я сильно, ну не то чтобы участвовал, но я ими жил, я просто все время слушаю. Я вам, в общем-то, пересказывал, закругляя то, что говорят в Ульпанах, и как бы, если вам показалось, что я сумбурно говорил, то вам надо было просто хотя бы посмотреть, даже не понимая вида, что происходит в студиях, да, то есть там крик стоит сплошной абсолютно. То есть люди вообще сами стоят совершенно на ушах, потому что всегда балаган, а сейчас просто супер балаган. Все, настолько все перемешано. Но на мой взгляд, и может быть этим как бы более-менее заканчивая, мне все равно этот процесс, он вселяет оптимизм. Я вам скажу почему. Во-первых, и это самое главное, что Израиль доказывает, что несмотря на то, что в обществе могут существовать очень сложные проблемы, может существовать очень сложная сегментация, тем не менее, в рамках существующих законов народ может делать самое главное. Он может избирать власть, он может сменять власть, при этом нет гражданской войны, не захватывают Халила Кнессет Капитолий, да, и нет гражданской войны. Несмотря на то, что мы подходим, я не думаю, что подходили очень близко, да, но были эти демонстрации, там какие-то куклы, там Биби как-то позорно, все, но это все не то. И это означает, что все-таки есть какой-то вот, называется, манганон, механизм, которому позволяет управлять людьми, и люди все-таки четко понимают, это можно, а это нельзя. То есть есть некоторая игра по правилам. И все понимают, да, что если, даже если ты считаешь, что ты 100% прав, но если ты не принимаешь правила игры, тогда на этом все кончается. Тогда надо просто закрывать как бы лавочку и все. Вот это внушает мне оптимизм. И потом второе, мне внушает оптимизм то, что, ну, во-первых, вот это противостояние левых и правых и умерший осло – это самая главная победа, да, и то, что все равно происходит вот этот вот диалог в обществе, этот диалог внутри, на поверхности – это голоса, да? Но внутри мы видим, что это, в нем корни идут очень далеко. В нем корни идут очень далеко, они идут в пророков, они идут о том, как понимать еврейскую традицию, они продолжают свои корни от того, как было создано еврейское государство, какая комбинаторика там была, какие основные источники там были, понимаете? И то, что это происходит сегодня, то есть, грубо говоря, я хочу сказать, что левые, ну, может быть, не мэрцы, конечно, не арабы, которые там есть, да, вот, но левые, те, кто борется за гражданские права, если так можно сказать, я вижу в этом ценность, потому что они заставляют правых действовать не лобовыми способами, а понимать, что людей невозможно, в свободном государстве людей невозможно обувать, невозможно заставлять. Их можно только уговаривать и побеждать, конкурировать на рынке идей. Окей? А по поводу как бы тем, пожалуйста, если из того, что мы сказали, у кого-то будет дополнительная тема, пожалуйста, у нас есть наш чат в Телеграме, да, предлагайте темы. Есть Гриша, может быть, мы еще кого-то позовем. Сегодня, понятно, когда я рассказывал, я специально делал так, чтобы не говорить, мы даже до реальной политики не дошли, потому что реальная политика – это была вот здесь на самом деле, да, это вот возможные варианты комбинатурики. Мы вообще до этого не дошли, потому что, на мой взгляд, это не так важно. Мы узнаем просто результаты и все. Мне было гораздо важнее показать как бы более сущностную основу того, что происходит. А вот эти процессы, которые происходят, они, на мой взгляд, очень-очень-очень-очень интересны. И они совершенно неоднозначны. Окей? Спасибо. Ну, хорошо. Я хотел только добавить, что действительно есть много интересных тем. Во-первых, особенности израильских партий, связанные с секторальностью вот этой вот, что это больше, чем просто партии. Второе, как работает вот эта вот двухфланговая система с центром. Вот. И что, собственно говоря, принципиально нового на этих выборах, о чем сейчас говорят. Я так немножечко просмотрел, сегодня послушал.
Вот. Кое-что интересное там в Фейсбуке у Рувена Хаскина, там он, некоторые политологи. Вот. Но это, конечно, будет долгий разговор. Смотри, я тебе могу в одну фразу сказать. Если просто суммировать, что является самым главным на этих выборах, то есть самым неожиданным, правильно? Самое неожиданное – это две вещи. Первое – это Аббас, отколовшийся, который явно войдет в какую-то еврейскую партию. Такого просто не было никогда. Это первое. И второе – то, что считается правыми религиозными радикалами, Смотрич и Бен-Гвир, они прошли в Кнессет. Главное – Бен-Гвир. То есть Бен-Гвир – это возвращение колеса. Я, честно говоря, не знаю. По-моему, это 80-е годы, когда был мейер Каана Заль. Его самого убил араб в Америке. А его сын трагически погиб вместе с женой. Да, с женой. Когда они... Их обстреляли просто машину террористы. Я не знаю, знали они, что это сын Каана или нет, но он тоже погиб. Да? Но для них в каком-то смысле Бен-Гвир – это красная тряпка. Почему? Потому что он сам адвокат. Он все время защищает правых, которые попадают что-то такое под суд за дело, не за дело. Да? Вот. Он для них самая главная красная тряпка. Причем надо понимать, что и этот Бен-Гвир, и Смотрич – это современные ребята. Они потрясно разговаривают. Этот как адвокат, он на всех этих самых круглых столах, Бен-Гвир, он все время это самое… Он с такой вот улыбкой, действительно настоящей улыбкой, и пятое-десятое. Смотрич очень гладко говорит, очень хорошо отбивает, поэтому это очень здорово, что они попали в Кнессет. А дальнейшие расклады, смотри, посмотрим. К сожалению, путь Беннета оказался, что он на сегодняшний момент политически он не прошел. Мне очень жалко, мои дети, часть из них голосовали, к счастью, за Беннета, но, видишь, показалось, что без... Когда ты играешь в футбол либо в хоккей, клюшка должна быть, или там, я не знаю, шайбы должны быть настоящие, понимаешь? А только идеи нет. Ну, смотри, вот мне кажется... А сколько вообще? Минут пять, да? Ты говоришь, сколько хочешь, пожалуйста, конечно. Сейчас я только попрошу жену секунду. Сейчас я выключу. Да, Гриш, я слушаю. Ага. Я посмотрел, что сейчас говорят левые. В частности, вот, например, профессор Мордехай Кейдар. Тель-Авивский университет, если не ошибаюсь. Да, конечно. Вот. Он обращает внимание на проблему как раз судебной системы. Вот, и говорит, что произошел жуткий, ужасный кошмар. Победа правого крыла, которая теперь разрушит судебную систему Израиля. И что это большая опасность, чем Иран. Вот. Ну и, соответственно, ему отвечают, что, знаете, что, ну, собственно говоря, всем понятно, что ему отвечают, что совершенно недопустимо, когда люди, которых не выбирал народ, играют такую роль в политике. Это вот суд имеется в виду. Теперь, что еще интересно, что все-таки... То, что именно арабская партия маленькая оказалась вот главным вот этим вот язычком, да, на весах, ведь у этого есть обратная сторона. Можно сказать, что еврейские партии абсолютно раскололись на правых и левых, потому что обычно-то, лагерь пробиби и лагерь антибиби. Вот, потому что все-таки до этого на выборах и... Чем дальше, как бы вглубь истории Израиля, тем это было больше, что всегда были именно еврейские партии, которые играли роль вот такого балансира, и всегда все зависело от того, в какую сторону они пойдут. Теперь, конечно, очень важный момент – деньги, правда? Ведь именно из-за того, что израильские партии всегда были связаны с каким-то сектором и выбивали для него деньги, для школ там, и так далее, для ешивы. Именно поэтому очень выгодно быть вот в такой роли маленького балансира, за которым все гоняются. Так же, как какой-нибудь маленький штат в США, который
ни республиканцы, ни демократы, и в которые ездят все кандидаты в президенты по 20 раз. Да, конечно. Это главное, как бы президент, вот. Как Харидин все время, да? Да, но не получится ли так, что теперь в такой роли будут арабы, и что они будут помогать деньги? Смотри, я тебе скажу такую штуку. Что я вижу позитивного? Позитивное заключается в том, что везде, знаешь, как у Пинхаса, везде происходит динамика. Большинство секторов, да, они не стоят на месте. Жизнь показывает, что реально решить проблему арабов, которые внутри Израиля, можно только путем их, когда они сами доходят до мысли о том, что им невыгодно ассоциироваться с палестинцами, они должны быть израильтянами, потому что они хотят жить как израильтяне. Они, то есть, грубо говоря, они сами доперли до простой мысли. Чем больше вы будете израильтянами, тем более нормальной у вас будет жизнь. А чем больше вы будете палестинцами, и даже в скобках арабами, тем больше ваша жизнь будет похожа на жизнь арабов, которые живут вне Израиля. Понимаете? Когда это сплошные братоубийственные войны, они сами до этого доперли. И вот этот вот Аббас, на мой взгляд, это свидетельство, конечно, он будет шантажировать, 100%, но это свидетельство того, что арабская проблема может быть решена не... К сожалению, я говорю, так как это подразумевалось. Например, была партия Моледет Ганди, которую тоже убили здесь рядом в гостинице. Да, он боевой генерал вообще, легендарный герой войны за независимость. Да? У него была партия Моледет, которая был трансфер. Трансфер не по принуждению. А по этому самому, кстати, Бен-Гвир говорят, что у него одна из пунктов программы о том, что он хочет создать некоторую структуру, там управление, не знаю, которая будет поощрять иммиграцию арабов отсюда. У меня какой-то идиот, который отсюда уедет, но тем не менее. Понимаешь? Вот, хотя это тоже... Что-что? А что у нас, кстати, с законом о возвращении? Какие из этих партий выступают за его пересмотр? Это никто не трогает. Единственное, что сегодня прочитал, тоже интересно, это на тему того, что как этот кубик Рубрика, когда этот хочет соединиться с этим, а внутри этого есть что-то, что никак не может быть. Например, если говорят, что эти самые харидим, они типа как арабов, они сидят, у них как бы особой идеологии нет, ни земли Израиля, ничего, им важно только одно – получать деньги. Хотя они говорят, что они как бы вот за еврейское государство, облик, хотя это больше связано с тем, чтобы их не трогали, скажем так. Вот. Оказалось, в партии Авода, вот этой возрожденной, вот это вот Мираф, которая возродила партию Авода и получила 7 мандатов, вот у них, оказывается, есть реформистский раввин в партии. Совершенно непонятно, как харидим будет сидеть с реформистским раввином. Это тоже одна из загадок. Но закон возвращения нет. Смотри, мы сейчас начинаем как бы новую тему, но, знаешь, есть такие вещи, которые пока не трогают. То есть понятно, что по большому счету богатц, он в принципе мог бы замахнуться на закон возвращения, что он вполне подпадает под формулировку ущемления прав, понимаешь, по национальному признаку, потому что это есть только право евреев, и которые там доказано еврейство, то есть какой-то группы населения. Но на это пока не... То есть про закон о возвращении я ничего не слышал абсолютно. Понимаешь, то есть это как бы про это было минимально. Еще что хотел сказать, что, может быть, я как бы это не упустил, надо понимать, что все то, что сейчас происходит, тоже, я отметил это, идет под очень сильным как бы символом, что это Биби и против Биби. И мы, по-видимому, находимся, но где-то, нам называется то, что Шалей, мы находимся вот на периферии конца империи Биби. Биби 72 года. Понимаешь? То есть, когда Биби уйдет со сцены, то, по-видимому, есть те, которые говорят, тогда, наконец, политическая система, она будет гораздо более нормальная. Потому что, понимаешь, сейчас она ненормальная, потому что вместо идеологических разборок 5-10, это делится чисто по персональному принципу. Биби или не Биби. Когда не будет Биби,
как бы площадка будет гораздо более чистой для как бы борьбы и политических обсуждений. Понимаешь? Не знаю. Но возьмем что-то так. Биби сейчас устанавливает все. Поэтому, когда кончится эпоха Биби, начнется совсем другая ситуация. Он задает повестку дня, он консолидирует самую партию, которая набрала 30 мандатов. Понимаешь? Почему? Потому что в самом Ликуде там есть очень сильные фракции, которые всегда существовали. Есть фракция как бы более правая, но гораздо более либеральная, естественно, не религиозная. И есть гораздо более поселенческая, которая пришла почему? Потому что в какой-то момент люди поняли, если ты хочешь решать судьбы страны, ты должен быть в большой партии. И тогда в кипах пошли в эту самую, в Ликуд. Например, есть такой парень, который выступал, он живет в ОТФ-Аза, то есть там, где поселения, которые внутри Израиля, но которые рядом с Газой, вот, который говорил, что ни в коем случае ни с какими арабами сидеть не будем. Ему сегодня уже вставили и сказали из Ликуда: ты вообще молчи, тебя пока не спрашивают. Понимаешь? То есть там напряжение. Пока все держится на Биби. Как только Биби уйдет, ситуация будет совсем другая. Но мне кажется, это не его вина. Его нельзя обвинять вот в том, что все идейные вопросы, так сказать, ушли куда-то на второй план, и все сводится к личностям. Потому что у него-то как раз содержание есть. Нет, конечно. Нет, понимаешь, я тебе говорю, содержания нет у противоположного лагеря. Да. И я считаю, что очень хорошо, что то есть это признак здоровой демократии, что противоположный лагерь, у которого нет ничего содержательного, кроме того, что скинуть премьера, да, вот, что он проигрывает. Потому что нельзя, чтобы выигрывал кто-то, у кого есть только такая мысль. Смотри, сами левые говорят в студиях, что наша главная проблема, что мы все время основываем свою позицию только на одном принципе анти-Биби. И это позиция, которая, во-первых, отталкивает людей, и, во-вторых, она не концептуальная, понимаешь? Она не программная, она персональная, mm-hmm. только против Биби, понимаешь? И они сами говорят, что это неправильно было так делать. Но Биби, он задает повестку дня, понимаешь? Я сам в разговорах с людьми, я зачастую говорю, что я полностью согласен с тем, что в нормальном государстве человек не может быть столько времени у власти, 16 лет, понимаешь? Что ему пора уйти, что ему надо дать место. Все правильно. Но реально, тем более каждый раз получается новый, называется Эдгарим Челлендж, новые как бы вызовы, да, соответственно, то корона, то еще что-то, то Иран. Нету человека, который обладает таким опытом. Я не представляю, если какой-нибудь Яир Лапида, который обсуждает вопросы, как бомбить Иран, либо нет. Но он был журналистом в журнале «Бемахане», понимаешь? Ну, о чем вообще говорить? Журнал «Бемахане» – что типа в обозе. Спасибо тебе большое. Ну да, то есть Биби, скорее всего, что Биби все-таки, понимаешь, это динозавр, если так можно сказать, остаток динозавра, вот реликт прошедшего времени, когда были действительно гиганты. Биби, вот он такой гигант. Что будет после него, непонятно. Я могу сказать один момент, когда я на него очень обратил внимание, но вот это настолько выбивалось из всего. Была в Париже демонстрация, значит, было решено организовать как бы в противовес исламистам демонстрацию против антисемитизма. Вот. Ты же помнишь, наверное, да? И тогда намекнули, что лучше бы Нетаньяху туда не приезжал, а он взял и поехал. Да-да. Он политик уровня, который все время делает вещи, потому что настоящий политик, я не хочу сравнивать с Трампом, Трамп все-таки был какой-то такой немножко странный чувак, да, вот, но он тоже, понимаешь, который озадачивал, он вдруг бах, что-то такое делает, ничего не понятно, понимаешь, ну, Байден проводит нормальную политику, так, типа там Обамы, не знаю, вот, Биби то же самое, понимаешь, он все время ставит на повестку дня какие-то вопросы. Это он поднял этого араба, понимаешь? До него даже левые не решались этого сделать. Ты представляешь, это фантастика. Они сами признают, что он задает повестку дня. Что дальше будет, непонятно. Понимаешь? Есть же как бы, ну вообще, понимаешь, вообще в современном мире, ну может быть, всегда так было, очень популярны теории конспирации. Очень популярны, то есть каких-то сговоров, правильно? Все время говорят, например, вот теория, которую правые как бы разрабатывают, да, она может быть совершенно детальная, как, например, теория о том, кто убил Рабина, что это совершенно был не Галямир, а вообще все совершенно другая. Есть такая теория. Вот точно так же есть теория, да,
разработанная более-менее до мелочей, что каким образом используются все судебные инстанции, включая Верховного суда, для того, чтобы загнобить Биби. И Биби это как бы выражает и говорит, что ну как бы это логично, они меня законно политически сбросить не могут. Поэтому они мне пришили эти дела. Выглядит совершенно разумно, понимаешь? Окей. Но что дальше будет, и в том числе его суды, тоже как бы непонятно, чем это кончится. Непонятно. Но я еще раз говорю, есть уровень как бы технический, можно обсуждать Биби, как он делает, чтобы скрывается от судов, но это не снимает каких-то общих глобальных процессов, которые происходят. И они на самом деле самые важные. То есть, грубо говоря, я тебе скажу как бы вот разницу такую, да, дихотомию. Когда, во-первых, Биби выступает, сейчас были же вот эти предвыборные, он выступает в студии, кроме всего того, что мы сказали, он презентер совершенно фантастический. Он размазывает всех. Понимаешь, он держится. Это что-то... Ну, супер чувак, гениальный. Шахматист гениальный политический. И держится политический. Потрясающий. Есть такая... Ирина Мацлех, по-моему, ее зовут, которая такая прожженная. Она ненавидит Биби. Понимаешь? Он ей рассказывает, да, о том, что я там это корона, я привозил это, я делал эти самые... Она не находит ничего из последних судорожных попытках, да, причем это супер тетка опытная, у нее вот такие листки, да, и она начинает говорить, ну, хорошо, все эти мирные договора, все, а вот пожалуйста, снятие показаний этого миллионера, не помню, как его фамилию, вот, которому вменяется, что вот Биби от него получал взятки и продвигал какие-то его дела. И она читает, он говорит, вот он, его спрашивает следователь, а что вот там с костюмом? Тот говорит, да, вот Биби попросил, чтобы я купил ему такой костюм. Вот, она говорит, это действительно так было? Биби говорит, ну послушай, ну тебя действительно это интересует, как бы купил костюм, не купил костюм, это что, как бы уровень? Я тоже сижу и думаю, блин, ну это вообще, это что, вот этот уровень обсуждения? Ну не хотел, не покупал костюм, ну что, это уровень обсуждения, понимаешь? Ну, понимаешь, там же были, против него были серьезные дела, было дело с подводными лодками, понимаешь, что якобы... Он надавил, и правительство приняло решение о закупке подводных лодок у Германии. Почему? Потому что он был лично заинтересован, у него были там акции, и все, 5-10. На самом деле это очень крутое дело. Там бывший начальник морского флота на этом погорел вообще, и все, понимаешь? Но с Биби это сняли. Это была единственная, говорят, что это была единственная серьезная вещь, подводные лодки. Понимаешь, недаром на всех этих демонстрациях, которые были антибибевские, вот там таскали подводные лодки такие надутые, и о тем, чтобы снова возродить это дело, понимаешь? Это принцип Аль Капоне, когда предъявляют какие-то незначительные претензии по поводу того, неуплаты налогов. Аль Капоне. Когда закрывали. Да. Это то же самое, на мелочь какой-нибудь его забабахать. Да. Ну, наверное, да. Окей. Ну, потому что реально они могут скинуть. Окей, ну хорошо, давайте на этом закончим. Как бы всем спасибо, всем, кто присутствовал. Запись будет, если хотите восстановить по памяти, либо те, кто присоединился позже, могут это посмотреть у нас в чате. Я линк сделаю. Пишите. Фанатам очень было интересно. Я очень благодарен. По крайней мере, точку зрения такую, я всякую тоже слушаю. Но ваша точка зрения очень... Мне импонирует, как бы понятно. Окей, классно. Все, всем тогда счастливо, пока. Предлагайте темы, связанные как бы действительно с Израилем, с политической системой, с его историей, прошлой, настоящей, будущей и так дальше. Будем обсуждать. Всем счастливо и пока. Пока.